Здравствуйте, ребята! Мы с вами начинаем лепить персонажей из мультфильма «Ледниковый период». Слепим куст и вот такого вот бака, который будет прятаться за этим кустом. А прятаться он будет от динозавра Руди. Посмотрите, какой он страшный. Для этого вам понадобится кусок картона или доска для лепки. Я буду лепить, как обычно, из мягкого пластилина. Это товары компании Эрих Краузе, выпускается под брендом Artberry. Этот пластилин, видите, написано «мягкий», он сделан на растительных компонентах. Бывает он в упаковке из 12 штук, а также он бывает из 6. Но что очень удобно, этот пластилин продается вот в таких брусочках. Как видите, каждый брусочек упакован в прозрачную пленку. Нам сегодня понадобится... Вот у нас коричневый, я вам уже показываю, коричневый. Также нам понадобится один черный брусочек, один зеленый, три белых брусочка. Также нам понадобится небольшой кусочек красного. Ну и, конечно же, стек. Для начала берем небольшой кусочек белого и вот такой кусочек коричневого и смешиваем эти два кусочка между собой. Мешаем до тех пор, пока не получится один цвет. Вот такой. Если сравнить с коричневым, видите, это получается бежевый. Ненадолго откладываем этот кусочек, мы хорошенько разминаем и раскатываем в ладошках шар. Шар готов, ненадолго его откладываем. Отщипываем небольшой кусочек, вот такой бежевого, разминаем и раскатываем из него шарик. Теперь этот бежевый шарик присоединяем к коричневому, вот в этом месте. Нам остается место соединения вот так аккуратно разгладить пальчиком. Разглаживаем только с трех сторон, сверху мы оставляем как есть. Тут самое главное, вы не торопитесь, разглаживайте потихоньку. Вот что в итоге должно было у вас получиться. Берем небольшой кусочек коричневого, раскатываем из него шарик, это будущий нос, и присоединяем его вот в этой части, слегка надавливая. Придаем ему нужную форму. Вот такую. Берем стек и делаем два надреза. С одной стороны и с другой. Теперь немного еще поправляем пальчиками. Вот так вот сверху. Как бы придавливаем. Вот такой носик должен был у вас получиться. Ненадолго откладываем. Берем маленький кусочек белого, разминаем и раскатываем шарик. Это будущий единственный глаз Бака. Второй он потерял в бою, как вы знаете. Присоединяем его вот в этой части. Берем совсем маленький кусочек черного, видите? Катаем из него шарик. И присоединяем к серединке белого глаза. Вот так. Теперь надавливаем. Глаз почти готов. Если надо, поправляем. Откладываем ненадолго. Берем небольшой кусочек коричневого. Разминаем. Раскатываем шарик, а потом на картоне небольшую колбаску. Вот такую. Теперь ее сплющиваем. У вас должна получиться тоненькая вот такая полоска. Нам остается ее присоединить к глазу вот так вот сверху. Это верхнее веко. Теперь все хорошенько разглаживаем пальчиками.
Вот таким должен был получиться единственный глаз у Бака. Ненадолго откладываем. Берем опять небольшой кусочек коричневого, хорошенько разминаем, раскатываем шарик, а потом на картоне небольшую колбаску. Теперь эту колбаску делим пополам и каждую из этих половинок раскатываем в шарик. Шарики готовы. Берем первый шарик, сплющиваем его. У вас должна получиться вот такая лепешка. Теперь ее аккуратно вот так вот заворачиваем с одной стороны. Тут самое главное, вы не торопитесь. Первое ушко готово, осталось его присоединить. Вот таким вот образом, слегка надавливая, присоединяем. Поправляем, если надо. Ну а теперь с этой стороны разглаживаем пальчиками. Точно так же делаем второе ушко, сплющиваем, потом заворачиваем с одной стороны, ну и присоединяем. Вот такие ушки должны были получиться. Ненадолго откладываем, берем небольшой кусочек зеленого, разминаем и придаем ему форму небольшой колбаски, вот такой. Теперь ее сплющиваем и постепенно ее вытягиваем. Ну а теперь начинаем вот так вот с одной стороны ее сужать и с другой стороны. Вот такая форма должна была получиться. Берем стек и рисуем вот такие вот прожилки. Это листик, будущая повязка на глаз. Нам остается края этого листика вот так вот завернуть. Ну а теперь присоединяем вот с этой стороны вместо глаза. Так, я немножко поправлю, слишком я низко присоединила. Вот так. Теперь все хорошенько поправляем пальчиками. Вот такая вот повязка должна была у вас получиться. Нам остается вырезать рот. Стеком вот так аккуратненько его начинаем вырезать. Тут самое главное, вы не торопитесь. И у вас все получится. У Бака изо рта торчат зубы, поэтому берем вот такой маленький кусочек белого, раскатываем в шарик, а потом тоненькую маленькую колбаску. Вот такую. Делим ее пополам. Теперь берем первую половинку и вставляем ее в рот вот таким вот образом. Точно так же вставляем вторую половинку. Нам остается вот эти зубы вот так вот приподнимать и сплющивать сильно. Ну и прикрываем ротик. Голова Бака готова. Займемся теперь туловищем. Откладываем ненадолго. Берем бежевый кусочек пластилина. Отщипываем от него небольшой кусочек. Теперь хорошенько его разминаем и раскатываем в ладошках шар. А теперь на картоне раскатываем колбаску. Вот такая колбаска должна была у вас получиться. Теперь сверху вот так ладошкой давим на эту колбаску с одной стороны, переворачиваем и давим на нее с другой стороны. Теперь все неровности разглаживаем пальчиками. Берем вот такой небольшой кусочек коричневого, хорошенько его разминаем и раскатываем в ладошках шар. А теперь на картоне раскатываем колбаску, равную вот этой колбаске. Как видите, они получились одинаковой длины.
Теперь эту колбаску сплющиваем. Берем бежевую колбаску и вот так вот заворачиваем, как бы ее в коричневую. Края коричневой заворачиваем и начинаем хорошенько все разглаживать пальчиками. Вот что в итоге должно было у вас получиться. Теперь немножко поправляем. Закругляем края. Берем небольшой кусочек коричневого, отщипываем совсем маленький кусочек и присоединяем первое пятнышко. Отщипываем следующий кусочек и присоединяем следующее пятнышко. Таким образом вы присоединяете и другие пятнышки. Туловище бака готово, осталось присоединить голову. А сейчас мы с вами займемся лапами. Ненадолго откладываем, берем небольшой кусочек коричневого, хорошенько его разминаем, раскатываем сначала в ладошках шар, а потом на картоне длинную колбаску. Делим эту колбаску пополам. Край первой колбаски сплющиваем вот так вот. Точно так же сплющиваем край второй колбаски. Вот что должно было получиться. Теперь берем стек и делаем два надреза. Вот такие три пальца должны были получиться. Средний палец немного закругляем. Нам остается все поправить аккуратно пальчиком. Первая лапка почти готова. Теперь ее вот так вот сгибаем в эту сторону, а пальцы сгибаем в другую сторону. Поправляем. Вот такая первая лапка должна была получиться. Точно так же вы сделаете самостоятельно вторую. Лапки готовы, осталось их присоединить. Берем первую лапку и вот так вот слегка надавливая присоединяем. Теперь поправляем. Сверху вот так пальчиком надавливаем. Точно так же присоединяем вторую лапку. Теперь берем стек и вот так вот в верхней части поправляем все. С одной стороны и с другой стороны. Вот что в итоге должно было у вас получиться. Берем небольшой кусочек коричневого, разминаем, раскатываем в ладошках шар, а потом на картоне колбаску. Вот такую. Делим эту колбаску пополам. Теперь смотрите внимательно, как мы ее будем сплющивать. Левой рукой сплющиваем в одну сторону, а правой рукой сплющиваем в другую. Вот что должно получиться. Теперь заворачиваем. Ну и поправляем. Берем стек и делаем два надреза. Теперь немного закругляем средний палец, отрезаем лишнее. И хорошенько все поправляем. Первая лапка готова. Точно так же вы сделаете самостоятельно вторую. Вот такие лапки должны были получиться. Ненадолго их откладываем. Берем небольшой кусочек коричневого, разминаем и раскатываем колбаску. Это хвостик. Как видите, я немножко его завернула. Откладываем его ненадолго. Сначала будем присоединять нижние лапы. Вот таким вот образом. Первую лапу сбоку. Вот так вот присоединяем. Точно так же присоединяем вторую лапу.
поправляем. Ну а теперь присоединяем хвост. Вот такой бак должен был у вас получиться. Я надеюсь, он у вас получился такой же красивый, как у меня. Берем зеленый брусочек и делим его на три части. Вот я уже отметила. И из каждого кусочка нам нужно раскатать колбаску. Вот такие три колбаски должны были у вас получиться. Берем первую и начинаем ее вот так вот аккуратненько сплющивать, постепенно придавая ей форму листа. Теперь берем стек, рисуем посередине линию, а теперь по краям вот такие вот прожилки с одной стороны и с другой стороны. Первый лист готов, точно так же вы делаете и другие. Вот такие три листа должны были у вас получиться. На этом первую часть я заканчиваю. В следующем видео мы с вами продолжим.